Снова с вами я. Зовут меня Виктор. На этот раз с обзором о первой гидроэлектростанции Израиля. Шалом хавер, майненим. אתה יכול לספר כמה מילים על המקום? המקום עצמו הוא גשר, נקרא גשר הישנה. פעם מאחורינו היה קיבוץ גשר. במלחמה קיבוץ גשר ירח פה על הקיר. כאן ישבו האויב הירדני. ואחרי המלחמה נמתח פה באמת הגבול. היום יש שלום כבר איזה 20 שנה, אין בעיה. ואנחנו בנינו פה מסעדה, קוראים לה רוטנברג. על שם פנחס רוטנברג, ממציא החשמל בישראל. מסעדת שף, פירות ים, דגים טובים, שרים, מאכלים מקוריים. יפה, זאת אומרת לכל אורח יש לו מנה יפהפייה. לא קשר. לא קשר. יש איפה לשבת, יש איפה לנוח. בהחלט. טעים, בברכה. יפה. אפשר לראות את הגשר של הרכבת שהייתה פעם מגיעה עד רבת עמון. על הגשר הזה אתה מדבר? כן, כן. כמו שאתה רואה שאריות של רכבת. זה היה קו שקראו לו רכבת העמק, היה יוצא מחיפה, מגיע פה לרבת עמון, ועוד שלוחה אחת שמגיעה לדמשק, לסוריה. זה עוד מהימים של הטורקים. תגיד לי בבקשה, ואם אני רוצה להגיע למוזיאון עצמו, באיזה שעה אני יכול להגיע ושזה יהיה פתוח? שלום חבר, מה העניינים? הכל פלופ. גם לפה, נכון? עם הקמח. הם פתוחים בדרך כלל בשעות היום. ואם זו קבוצה שמארגנת מראש, אז הם גם יפתחו בערב. צריך להתקשר אליהם מקודם. מצוין. איך קוראים לך בבקשה? סם. ויקטור, נעים מאוד. נעים מאוד. אז שיהיה לך יום טוב ותודה על כל העזרה. גם לכם. להתראות. Мы можем видеть, как выглядит музей. Территория, вернее, музея. Сам музей. В данный момент мы не можем попасть, так как он закрыт. Но то, что в нем находится, это действительно стоит обозрения. Потому что не каждый музей имеет такие экспонаты. И представить то, что есть у него. Это гордость Израиля. Другая часть музея находится за забором. В нее также можно попасть, но опять же, не в данный момент. Все закрыто, но мы видим, что это достаточно красиво. Все функционирует, все готово для посетителей. Ухожено, облагорожено. И опять же, все цветет. Пустыня, Израиль. Моя многолетняя карьера, посвященная сфере израильской энергетики. Рассказы моих друзей об этом месте. Это две причины, которые подтолкнули меня на посещение этого музея. Приехал с родителями за минуту до его закрытия, но объяснив, что у нас не намечается другой возможности посетить музей, нам с удовольствием его открыли и продемонстрировали все его достопримечательности. Напоминаю, для троих человек, после того, как рабочий день уже закончился. Нам показали миниатюрный динамический макетный зал, а также включили его для демонстрации. В этом огромном государстве Израиль очень большая разновидность электростанций. Какие виды? Угольные, газовые, дизельные, мазутные, ветряные, солнечные разных типов. А мы с вами на месте уже не действующая гидроэлектростанция, которая сохранена как музей. Более того, нам открыли еще один зал, в котором показывают документально-исторический макетизированный фильм о станции и о самом месте. Нам предложили на выбор язык озвучки, как оказалось, очень интересного фильма. Завороженные таким вниманием к нам, мы выбрали русский, получили огромное удовольствие от своеобразной подачи исторических событий. Несколько маленьких отрывков фильма вы можете увидеть далее в этом обзоре. Использованы видеоматериалы, принадлежащие музею. Десятки тысяч лет назад здесь существовало большое поселение с высоким уровнем культуры. По этому пути шли в походы древнеегипетские воины, греки и римские легионеры. Тут проходили торговые караваны и крестьяне с дарами земли из Гелады и Корона на рынки больших городов. 2000 лет назад римляне построили здесь мост, а позже крестоносцы, крепость и пристанище для караванов. В начале 20 века турки проложили по древнему тракту железную дорогу, соединившую Хайфу с Дамаском. От Хайфы до Дамаска. Над Иорданом поезд проходил по мосту, построенному турками рядом с Римским мостом. Англичане, пришедшие на смену туркам, соорудили третий мост для автомобилей.
воды Иордана и Ермука вращают турбины электростанции на Арае, которая была построена на территории, принадлежавшей Эмирок-Дале, во времена, когда евреи и арабы могли сотрудничать. И хотя здесь был пункт паспортного контроля и таможни, полицейский участок, построенный англичанами для наблюдения за пропускными пунктами и мостами, в целом передвижение было свободным. Граница открыта, никто не переходит мостов, турбины электростанции стоят, а поезд Хайфа-Дамаск здесь больше не идет. Театр военных действий превращается в мирную идею. Сносят заслоны, обезвреживают минные поля, возобновляется движение на дорогах. Музей, возле которого мы только что были, находится внизу. Вот он. Приятно созерцать такую цветную картину в ярких цветущих красках. Мы также можем видеть и реку Айрден, которая вот такая вот узкая, широкая, маленькая, но есть, с водой, зеленится, камышится. Израиль очень щепетильно относится к истории своей страны и очень качественно умеет ее преподать. Совсем рядом с этим музеем гидроэлектростанции есть много красивых мест, интересных мест для отдыха и истории страны. Это можно увидеть в обзорах этого канала. Побывав много раз в красивых местах Израиля с гостями, туристами из разных стран, должен отметить, хочется возвращаться в них снова и снова. Приезжайте, все сможете увидеть своими глазами. Не забудьте подписаться на канал YoGoGo.